такое небо интересное, с таким облаком, прям как пятно. Девочки, вот сюда я вас как-нибудь свожу, вот в этот магазин. Это домашний магазин, здесь все-все-все для дома. Всякие коробочки, баночки. Такой прикольный магазин очень. И он очень огромный. Вот видите, какой он большущий. Я вас сюда обязательно как-нибудь свожу. Очень красивый магазинчик такой. Очень такие товары здесь нужные. Это Town Square, он сделан такой, ну, в итальянском стиле, здесь Victoria's Secret и Pink, и все магазинчики разные. Мы сюда приехали в Whole Foods, магазин органик, продуктовый, и вот я вам сейчас покажу территорию вот этого Town Square. Здесь вот площадка с детьми играют, и всякие магазины разные. Ну, такой вот, как бы, в итальянском стиле, скажем. Друзья, Whole Foods магазин, это чуть-чуть магазин подороже в США, считается, как бы, это магазин органик. Здесь, да, цены, конечно, подороже, чем в обычных магазинах, но они здесь, скажем так, заведомо, почему высокие, потому что здесь действительно, как бы, хорошие продукты, смотрите, персики какие. Хорошие продукты, хорошее качество, поэтому мы приезжаем за мясом всегда в Whole Foods. Сейчас мы заехали за хлебом сюда, у меня здесь Виталик хлеб любит. Как бы вот цены, девочки, я уже 100 раз снимала эти цены, этот Whole Foods. Ну вот, грейпфруты $1.79, сейчас надо взять грейпфруты будет. Ну и вот, как бы, апельсина $1.99, лимоны $2.99, вот такие вот. Ой, запах как будто вот, знаете, как узбекские наши вот лимончики. Обычные лимоны стоят 99, видите, то есть обычно 99, эти 2.99, но запах вообще шикардос. И вот такой вот, в общем, магазин. Ребята, здесь все. Пойду искать, мне нужна свекла. Что-то смотрю сейчас во всех магазинах. Свекла никакая, вообще мелкая какая-то. Вообще не пойму вообще, куда она делась. Сейчас посмотрим здесь вообще, она есть? Есть, ура, ура, вот она. Вот сейчас я ее и возьму, вот эту. Виталик, свекла есть, где я возьму ее? И вот здесь, видите, все такое свежее. А, и вот свекла есть. И здесь все полностью органик. Очень любим этот магазин, поэтому приезжаем тоже вот сюда. Смотрите, морковка какая у нас.
девочки, вот я веду медленно, а вы смотрите цену, и сразу у вас видно, ну, какой товар лежит, какая рыбка. $10.99 сало бекон любое вот. Это вот кура органик, курица здесь стоит $16. Эта курица стоит $22.99. Это все органик, то есть это без химии, безо всего. Шикарнейшее просто мясо, вообще шикарное. Так, а мне нужен фарш индейки, который я здесь беру. А я его не вижу, не поняла я. А куда его дели? Наверное, все разобрали его, поэтому сейчас уже к вечеру и нету. Нет, не разобрали. Вот оно. Обалденский фарш. Я его здесь всегда беру. Сейчас возьму один. Второй, два фарша возьму. Очень вкусный фарш, вообще просто офигительный. Ну и здесь морозилки, яйца. Full Foods яйца, смотрите, за десяток $9. $8 за 12 яиц, здесь 12. Ну, вот такие, в общем, цены в Whole Foods на яйца. $7 есть яйца вот такие. Ну, вот обычные яйца. $7, 12 штук. Это молоко органик. Молоко стоит $6. У меня его обычно муж покупает. Вкусненькое вот это молоко, как будто из-под коровы прям. Ну, что-то сейчас он смотрит вот на эту корову стоит. Ну, ушастика на этого. Не знаю, какой он сейчас возьмет. Какой ты хочешь молоко-то? Так, это молоко $7. Это молоко тоже $7. Тут свое будет, что? У меня бутылка грязная. Поменяй бутылку. Так, это молоко $8. А вот молоко вообще $8. Посмотри его. Ну, а здесь уже обычное. А американцы очень любят и очень используют. Вот $3.79, ну, $4, да, мы округлим. Almond. Это миндальное молоко. Они очень часто все покупают именно миндальное молоко. Ну, вот это молочный большой отдел в Whole Foods. Вот такие цены на молоко. Это соки $5. Органик соки неплохие. Но я люблю, знаете, какой сок? Я люблю, вот нет его сейчас здесь. А вот в таких вот банках и написано Флорида. Очень вкусный сок такой вообще. Флорида, Майами написано. Обалденский сок. И вот этот люблю. Очень вот этот люблю сок. Гуава. Он был 6.29, сейчас 4.85. Гуава сок.
Здесь тортики, тортики. Торт стоит $26. Ну, вот эти нижние торты $26. А, и вот эти 26. Всякие пирожные. Пирожные по 2,25 доллара. Одна штучка. Ну, я мужу обещала сделать Наполеон. Поэтому с меня Наполеон. Здесь хлеб, значит, так, почем он здесь? $7. А, но он такой здесь, домашняя выпечка. Девчонки, взяла фарш, два фарша, два хлеба мы взяли. А, вот эти желтые я взяла, как их называют, грейпфруты, свеклу, перец, фаршированный, чтобы сделать молоко. Второе молоко и греческий йогурт на творожок. Смотрите, здесь твердые сыры. Это, по-моему, пармезан. Да, пармезан. И вот такими прям кусочками, смотрите, $6, $11, $10. Вот, можно сказать, $11. Я его возьму, я его люблю. Прям вот такой кусковой, вот $13.41. Вот я его и возьму. Нет, вот этот как-то мне боль. Нет, не нравится мне этот. Вот этот возьму. Он мне нравится, я его обожаю. Твердый сыр я очень люблю с кофе утром. Девочки, такую красоту вам передаю, но не могу передать запах пармезана. Просто девочки, видите, какие они получаются? Прям пышные-пышные. Вообще вот просто пышные, и они твороженные. Вот именно сырники твороженные. Муки мало. Прям вот творог. Один творог. Вообще обалденские. Вот я оставила чуть-чуть Виталику творожок. Смотрите, вот такой вот творожок. То есть, знаете, как удобно? Сразу сделали. Обалденские. Сразу сделали, сразу можете сырники делать. Не надо никакие часы, дни, года вообще отстаивать этот творог, что-то там. То есть сразу сделали, остыл и сразу делаете. Ну вот получилось у меня вот сейчас вот с этой баночки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И вот здесь вот было бы два сырника. 12 сырничков, девочки. Классно! Вот такие красавцы получились. Девочки, тут говорю для тех, кто именно в США. Вот сегодня я делала творог именно вот с этим греческим йогуртом. Покупала я его в Whole Foods. Девчонки, мне вот этот творог из этого йогурта понравился в 200 раз больше, лучше. И он мне показался намного вкуснее, чем я покупала греческий йогурт в Costco, чем греческий йогурт в Walmart. Вот этот йогурт греческий, сделайте себе скриншот, девочки, кто в США, именно вот этот вот, Whole Foods магазин, ну, в любом органик магазине, посмотрите, обалденский творог, он просто вот, я вам даже не могу передать, он даже уже идет, не то что безвкусный, а он идет, как будто в него уже добавлен, я не знаю, как там, вкусовые качества у него совершенно-совершенно другие. Прям очень советую для девочек, кто в США, именно вот этот творог. Обалденский получается и творог, обалденские сырники, это вот, ну, вообще что-то. Прям очень вкусненько. Все, буду заниматься перчиком. Быстро сейчас их сделаю за 10 минут. Поставлю готовиться, буду заниматься уже своими просто делами. Девочки, я знаю, что многие хозяйки готовят, когда вот эти вот фаршированные перчики, я их уже подготовила, они добавляют сырой лук в фарш. Я так не делаю никогда.
Раньше делала, пробовала, ну, как-то не тот вкус, не тот, как-то вот мне так не нравится особо. Поэтому я его меленько режу, видите, да? Я его сейчас пропассирую до золотистого цвета вместе с морковкой и добавлю уже вот в наш фарш. Фарш купленный в Whole Foods, шикарный, просто прям вот мясной, вот обалденский. Поэтому в Whole Foods лучше, я считаю, переплатить, но купить качественные как бы продукты. Поэтому все мясо, фарш мы вот покупаем в Whole Foods. И вот этот вот лучок с морковкой я пропассирую и добавлю уже фарш и рис. И буду уже вот начинять наши с вами вот такие вот, смотрите, вот жирненькие, да, смотрите, какие они вот прям все мясистые, мясистые перчики. Девочки, морковку тру на крупной терке просто. Сейчас ее отправлю к лучку и все. Да, кто-то делает просто все сырое добавляет, да, кто-то без морковки. Но мне в пережарке в перце нравится намного-намного больше. Девочки, кто не пробовал, ну, попробуйте. Может быть, вам так больше понравится. Мне, когда лук и морковка пережаренные и потом добавлено уже фарш с рисом в фаршированных перцах, нравится намного-намного больше. Так как-то вкус у нее намного-намного вкуснее. Там у меня рис я поставила вариться в кастрюльке в небольшой, в маленькой. И вот одна луковичка и одна такая приличная большая морковка. Девочки, рис я отварила до полуготовности, он у меня полусырой. Сюда добавила соль, перец, просто по вкусу. Больше ничего сюда не добавляю, потому что перчик, уже лаврушку я буду кидать в кастрюльку, и он как бы сам уже даст свой аромат и вкус. Единственное, сейчас я еще добавлю чуть-чуть травки, там либо итальянской, либо прованской, либо как ее... петрушку, либо базилик, ну, что-то какую-то, чуть-чуть травку я для вкуса добавлю. Все, сейчас я вот добавляю рис и буду добавлять уже морковку пассированную с лучком. Рис я добавляю побольше. Почему? Потому что у меня Виталик любит более перчики, когда они более рассыпчатые. Никогда, знаете, вот мы иногда порой делаем, и у нас внутри мясо набивается как будто колом одной сплошной массой, да, как пластилин. У меня Виталик такие перцы, ну, фаршированные не любит, поэтому я кладу побольше риса, чуть больше, чем положено, да, обычно. И получается перчики прям рассыпчатые-рассыпчатые, такие, знаете, прям как воздушные такие вот. Они не набиваются таким пластилином. Поэтому мы такие больше любим, он у меня такие больше любит, поэтому я готовлю именно рассыпчатые, чтобы были. Вот, девочки, я смешала. Сейчас все перемешиваю, добавляю травки и начиняем наши с вами перчики. Девочки, вот у меня получились 4 перца. Я их плотно-плотно не утрамбовываю, чтобы, знаете, они как слитком никаким не были. Все, сейчас я их поставлю вот сюда в кастрюльку. И когда буду готовить, я добавляю чайную ложку вегеты, лавровый листик и перец. Только не этот перец. А перец я добавляю вот этот горошком. Все. То есть больше ничего. Ставим. И готовим. Вообще настолько быстро это, прям вообще, прям 10 минут у вас перцы готовы. Это, знаете, когда вот готовить неохота, а хочется вкусненько, перцы это самое вот, вообще самое то. В ту кастрюльку они у меня не поместились, я взяла у меня керамическая. Все, девочки, вот так вот я ставлю, наливаю воды, не полную, а, ну, грубо говоря, чуть больше половины, чтобы прикрывали... Чуть больше половины, чтобы касались перцев. И все, и они должны доходить на пару. Как закипит вода, кладем все вот это. Все, больше ничего. И накрываем крышкой.
Девочки, кто-то вот так вот перчик разрезает напополам и ставит в духовку. Я так не готовлю. Я так могу приготовить баклажан либо кабачок. Перчики я готовлю целиковые. Девочки, закипели. Добавила на сюда, добавила в кастрюльку, добавила лавровый лист и перчик. Все, делаю поменьше огонек и накрываю крышкой просто на 40 минут. Все. Девочки, раз у меня морковка, все вы уже видите, что будем делать? Морковку по-корейски. Но я ее уже рецепт снимала, снимать не буду. Мы сейчас уезжаем гулять, пока муж в душе. У меня есть ровно 5-7 минут, чтобы натереть, сделать всю вот эту морковку, чтобы мы приехали. И она у нас уже как бы промариновалась и была готовая. Я не снимаю, все быстро делаю, потому что, когда я снимаю, это растягивается видео. Я лялякаю, тополякаю. А на самом деле морковку мне сделать это ровно 5 минут. Все, девочки, готово у меня. Смотрите, сколько она дала уже сока, пока я ее вот готовила. Все, оставляю ее на столе, только переложу вот чуть-чуть поменьше пиалку. Девочки, как я ее готовила, посмотрите, кому интересен этот рецепт, домашняя морковка по-корейски, обалденская. В плейлист «Готовим вместе». Там она есть, вообще элементарно готовится, прям буквально 5 минут вашего времени. Все, девочки, поехали мы гулять. Все, девочки, переложила вот это вот. Девочки, вот получилась такая вот, я переложила, это килограмм моркови. Тяжелая моркови.